Короче, всем привет. Я сейчас нахожусь на катушне. Я только приехала, потому что сейчас вторник, и моя мама с Ластиком и кавалерами уже уехали, короче, на свои. А мне оставили вот такой вот список, чего я должна сделать и чего взять с собой. Поэтому сейчас мы будем этого понять. Так, сейчас я переоденусь, и мы пойдем отводить кобылу в Ливан. То есть, короче, смотрите, когда сейчас стоит по линии, ну, по-моему, по передней линии, мне нужно смыть и намазать по ногам. А потом надеть на нее ногавки. Задние только. Микинки. Короче, я выпустила Мику первую, потому что Эльвира Леонидовна не рекомендует выпускать сначала кобыл. В общем, смотрите, она в попоне, потому что какие-то тучи, блин, на небе. Потому что какие-то тучи. Почему-то холодно очень. И потом она решила, что я буду мучиться, одену попону на лошадь. И да, у нее белый нос, потому что она влезла в ведро с глиной. Типичная Мика. Ладно, пойдем за кобылой. А потом нужно будет закинуть ему вот отсюда сено, чтобы они кушали. Короче, для кобылы я тоже нашла какую-то попону. Это, по-моему, ростовская. Так как все попоны уже уехали, мы будем выливать ее, потому что это лучше, чем ничего, да, кобыла? Она уже убежал дикий мустанг. Надеюсь, он не оторвался. Ничего. Хрюша, стой! Стой, Хрюш! Все хорошо. Пойдем. Типичные кобылы в Ливаде. Ой, мама! Кобыла, успокойся! Слава богу, ничего не оторвалось. И как вы можете заметить, ячок на правой ноге нифига не мешает носиться. Ага. Ладно, сейчас надо привезти им травы. Правда, тут ее завалить вообще-то. Но они ее раскидали, поэтому надо ее привезти. Там Тина. Класс. Эти тут гуляют. Так, все, надо сено везти. Конечно, короче, я когда проходила мимо Оливера, который гуляет вон там, вон. Ну, вон там. Неважно. Вот, короче, кобыла взбесилась и понеслась. Но я знала, что она не убежит никуда дальше Ливады, потому что тут, во-первых, Ника, а во-вторых, она приучена бежать сразу в Ливаду. Но что-то пошло не так. Я думала, она оторвет все к черту все подковы. И еще там завопил вон Данихов. Он завопил, я думаю, все, она сейчас к нему унесется, и все, и мне лошади не будет. Но все нормально. Все дошло. Все. Паша? А зачем они приперлись? Я их обожаю. Мне сердечко не показать. Дело в том, я нарисую. Нет. It started with a whisper, and that was when I kissed her. And then she made my lips hurt. I could hear the chit chat. Take me to your love shack. Mama's always got a backtrack when everybody talks back. Hey, honey, you could be my drug. You could be my new prescription. Все, заканчивай. А там твоя сиська попала в кадр. Сейчас мы пойдем сыграть с Оскаром. Вот. Видите список? То, что нет в списке, я этого делать не буду. Это мне мама дала список. Списочек, блин. Это нормально, что у
доходы, короче, соль вот здесь. Да, то, что жираф. Да. Ой, сейчас скажу, что я не буду. Спокойно, как раз. Понятно, Оскар, про тебя забыли. Ой, пропусти через смысл забыл. Так, короче, сейчас мы идем шагать на Интокском краю. Чё тебе слышу, не знаю. И, короче, он без света нас отпустила, потом он издечка. Мало ли чё. А она потом будет отпустить. Короче, мы сейчас пойдем, будем ходить, ходить и еще ходить. А потом он будет стоять и еще хорошо, я с тобой. Обошел. Пока. Идемте дальше, смотрите, смотрите. Короче, смотрите, вот это мой дом. Ага. Я тут живу. Вы сейчас, кстати, с вами едете на дом 73. Это мой дом. Какой дом? Это мой дом, короче, я в нем живу. Ага. Да, на этом доме живет мой конь. Ага. Оба. Трое, четверо. Неважно. Пятеро, десятеро. Да, шучу, я на самом деле живу в обычной квартире, в обычном доме, в девятиэтажном. А кто не на кухне? На первом окне. Это же на первом окне. Мама такая, было один раз окно, и такая, что же, что будет, если я выпаду? Я такая, так падай, что первый этаж. И у меня нет решеток, не приходите ко мне. Всегда для вас. Улица, квартира. Машинка, это моя машинка, она едет за... Мой конь тут меня любит. У него такие тонкие ножки, наверное, он рассасывает. А у него фига такое пузо. Пузо? Пузо. В три арбуза. Что-то у него ножка резается, смотри. О! Колен. О! Напряг. Блин, а вообще у меня там лошадь гуляет без присмотра. Не важно. Она никуда не угуляет. А кто ее знает? Таракан. Видите, это собаку мы подобрали на помойке. Все это бред, что у нее есть. Так у меня на самом деле это бассетхаунд. Да. Ну, вообще-то да. Это блайтхаут какой-то. Блахаут. Стой, остановись! Стойте, подождите меня! Ну, знаете, ребята, мы совершили очень страшную вещь. Но мы вас очень сильно просим никому не об этом не рассказывать. Ага, показала сейчас нашу сотру. Блин, погоди, давай и заново. Чего ты ржешь-то? Я там приблизилась. Давайте, знаете, ребята. Знаете, ребята, мы совершили очень страшную вещь. Но мы просим вас никому не рассказывать о ней, потому что это очень секретно, но я должна это вам показать. Смотрите. Как в голодных играх. Давай съедим его вместе. Я ору с того, как ты постоянно вот так вот делаешь, страдаешь. Ребята, знаете что? Я долго хотела скрывать это от вас, но я хочу показать вам самую крутую машину. Вот. Давай еще. Ребята, я давно хотела скрывать от вас, потому что я думала, что вы считаете, что я хвастаюсь. В общем, я хочу показать вам мою машину, она самая лучшая машина в мире. Ну, самая дорогая. В общем, вот она. Ламборджини! Пойдите поближе. Тина, куда пошла? Смотрите, какой на дизайн. О, да. Конфетка. Какие-то бабульки. Это реально. Блин, я буду все охвастать.